приглашает вас в необычное, можно даже сказать, небезопасное для рассудка путешествие. Если вы хотите побывать там, где не ступала и не могла ступить нога человека, попытаться ощутить то, что принципиально невидимо, вы на правильном пути. Маршрут лежит в другие миры, но в то же время находится рядом. Возвращение нормальным не гарантируется. Так, ну не будем отвлекаться на обычную езду на Бромтоне. И так уже и знаете. Я, в общем-то, сегодня хотел вам сказать другое. Не знаю, догадываетесь ли вы или нет, но Бромтон это не хардтейл. Это софттейл. И софттейл он благодаря вот этому демпферу. Это резина. Резинка. Но как и любая деталь на Бромтоне, это повод для тюнинга. Тюнинг. Если на обычных великах такие бренды, как RockShox, Manitou, Fox делают подвеску, то на Бромтоне это все Китай и Тайвань. Куча брендов, о которых вы даже не слышали. Ride, John Cusack, Minimods. Все что угодно. И все эти производители фигачат отнюдь не дешевые элементы. Я вот тоже хочу кое-что поменять. Я поменяю. Бромтон делал вот такие демпферы. И более жесткий вариант. Вот этот. Но потом перестал. И стал делать только вот эти жесткие. А я хочу поставить демпфер более, от более, скажем, старый, да, от прошлой модели, от прошлого поколения Бромтона, чтобы сделать просто все здесь помягче. Мне вот это вот все задолбало, я хочу помягче себе зад. Так что сейчас все жестко, поставим вот этот, расскажу, что поменяется. Испытываешь, покинув таинственный мир, чувство своего единства, неразрывной связи с космосом.